По ходатайству следователей полиции заключили под стражу обвиняемого в разбойном нападении. 200 тысяч рублей от супружеской пары требовал мужчина с пистолетом. При задержании в квартире злоумышленника обнаружили 2 пистолета и 8 единиц холодного оружия, а также около 1 000 000 рублей. Силовики предполагают, что от незаконных действий этого человека могли пострадать и другие люди. Пистолет меня направляет. Ты, я сейчас убью, застрелю тебя, когда... Мне направляют пистолетами, селится, а потом я туда убегаю. Он меня стреляет. Два или сколько раз. Стреляет, я через окошко прыгаю за домом. Главе семейства Алишеру удалось скрыться. В доме остались жена и 3 малолетних детей. Одному из них нет и года. Неизвестный направил пистолет на жену и стал требовать деньги. У меня ребенок в обморок упал, когда он стрелял. Страшно было, ужасно. Дети все тряслись, я потом не могла 2 часа их успокоить. Злоумышленник устроил в доме погром, похитил семейные сбережения – 200 тысяч рублей. Напуганные потерпевшие вызвали полицию, написали заявление. Через несколько дней в дверь к Алишеру снова постучали. Здесь стоят там 2 человека. Один за рулем машины сидел. Зашли там. Вот эти, Алишер, да? С тобой поговорить хотим. Вы заявление записали 25-го, 26-го. Вы зря сделали. Пожалейте это заявление там. Если заявление не заберете, там будет без семьи останешься ты. А ты на тот свет мы отправим тебе, подожгем дом. Алишер не растерялся, сказал нежданным гостям, что ему нужно переговорить с адвокатом. Ответа мужчины дожидаться не стали. Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 42-летний Руслан Мухторов по кличке Гера Барон. Информация о нем в свободном доступе. По данным сайтов, 3 года назад Мухторов был представителем миграционной службы Таджикистана в Омской области. Со своих соотечественников Мухторов собирал дань за проживание в нашем городе. В ходе проведенного обыска по месту жительства задержанного было изъято 2 пистолета, 8 единиц холодного оружия, а также вещество растительного происхождения. Кроме того, обнаружены изъяты денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей. Изъятое оружие, наркотики и деньги отправили на экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой с применением оружия». Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Полицейские предполагают, что задержанный Мухторов причастен к серии аналогичных преступлений. Сотрудники УВД обращаются к омичам. Если вы пострадали от действий этого человека, звоните по телефонам 481-300, 597-917 или 02.